doos inside en verzamel allemaal items. Очень огромное количество тюльпанов, всего 7 миллионов луковиц в этом парке. Представлены самые лучшие сорта современных тюльпанов и самых лучших компаний Нидерландов. Первый тюльпан расцвел в 1594 году, и далее просто началась так называемая охота, тюльпомания за тюльпанами, когда богатые люди хотели завладеть этим цветком. Тогда же одна луковица на наши деньги стоила 80-90 тысяч долларов. На данный момент все тюльпаны уже не такие дорогие, как это было во время тюльпомании, они доступны каждому. У нас есть 4 павильона, 4 киоска, которые продают луковицы тюльпанов, и эти луковицы можно заказать в любую страну мира. Садовники завозят цветы на аукционы, выставляют систему, и мы видим, что это будет продаваться. И потом утром с 6 утра начинается из порядка продаваться все цветы. Наши брокеры стараются купить самую низкую цену, которая продается в аукционе. Потом Flora Holland разносит их под фирмам и привозит вот нам в таком виде наш бокс. Смысл аукциона – цена. Потому что Эквадоре и других странах, где нет аукциона, они из головы как бы составляют цену. Здесь есть конкретная цена аукционе. Допустим, если там хризантема Балтика стоила от 35 до 40 центов, то садовник не может продать ее там же за 60. Он бы хотел, но из-за того, что аукционе она стоит столько, потому что рыночная цена такая, потому что бывает на празднике она очень сильно подскакивает. На 8 марта, например, хризантема может стоить и 1,5 евро, и евро, и 80 центов. Зависит от сорта. Вот. А, например, летом может стоить 10 центов. В Казахстане есть несколько очень крупных компаний, которые уже давно занимаются цветами. Сейчас начинается немножко раздробление рынка. Новые игроки приходят на рынок и начинают сами попрямую из Голландии заказывать цветы. Казахстан очень большая страна и большие возможности, и Казахстан как экономика поднимается, и как бы мы хотим туда тоже вникнуть и больше клиентов оттуда.